там на невиданных дорожках следы невиданных зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Александр Сергеевич Пушкин писал интересные стихи, а у меня возникает вопрос, о каком острове Буяне, о какой стране он упоминает? Алиса, ты уехала, а страна чудес осталась на своем месте. Даже если ты хочешь увидеть чудеса, ты их можешь видеть только по телевизору. Поэтому приглашаем тебя в страну чудес, на остров Буяна, в царство нашего Салтана. Это вот такой маленький, локальный, местный праздничек в маленьком населенном пункте. Лето в полном разгаре, 2 августа 2015 года. Алиса, come on. Мы тебя ждем. Алиса, мы ждем тебя. Алиса, мы ждем тебя. Приглашаем в гости. Не забывай, страна чудес осталась без тебя. Эти поджаренные ребрышки и картошечка фри. Смотри, традициональный брекфаст. Вау, мы все ждем тебя. Алиса, возвращайся в страну чудес. Без тебя тут скучно. Алиса, мы тебя ждали, ждали и все съели. Но в любом случае мы тебя приглашаем в страну чудес. Кто посадил все эти цветочки? Люди. Для чего они это сделали? Для того, чтобы другие люди чувствовали себя чудесно. Зачем они это делают? Потому что они люди. И люди создают вокруг себя уют, если они люди. Это был Константин Переуда и канал Конпере.